3. Так, всем привет. Сегодня у нас будет оценка мастера паркура 2024. Леха и Корей. Поздоровайся, Корей. 1, 2, 3. Да, мы в паркуре не сильно шарим, так что у нас будет оценка как от зрителей обычно. Просто. Будем наслаждаться видосами и так как далее. Как простого смертного. Да, мы в этом говне не шарим и не хотим ни в коем случае шарить. Это просто я паркур ненавижу в танках. Это говно. Поехали. Так, вот оригинальный документ, я формулы все скопировал, такая же формула, вот, везде, точно такая же, только у нас две колонки, а не четыре. И она тоже будет в лист сюда передаваться, и командами сами поменяем, кто какие занял, короче. Все, начинаем, наверное, с последнего видео, потому что сэндвичи видео я уже смотрел. Это единственное видео, которое я смотрел. Давайте это с конца. Загрузи. Ну да. Я говорю, отмотай вот где трюк на мосту был. На мосте. Который на этом. На шоссе был. А как пацан шоссе выглядит? Там три дороги такие. Три трассы. Моста. Еще. Блин, я уже забыл все видео. Сука. Здесь? Блин. О, ладно, вот это топовый трюк, потому что он балансирует здесь топовый. Да, что-то, блин, всякую делают. Так, а где шоссе-то? Сейчас. Вот это? Во-о-о. Дерьмище просто. А тут друг был, что ли? Видел, как он залетел? А, вот это? Тут ты видел? Ну, мне единственное, что понравилось, это вот это на бездне. Вот это. И... Ну, вот это баланс жестко. А остальное как-то не запомнилось. Самое банальное, что можно сделать. Хотя это не сложно. Так, ну что сделать? Так, вот их. Спектатор, так, вот это только представляет. Сложность трюков. Сложность трюков? По 10-бальной, да? Ну да. Ну сейчас рандомную цифру надо какую-то 10. 3. Ну я бы не смог так сделать, я 6 ставлю. Ну, я бы не смог. Оригинальность? Да, по-моему, я все это раньше видел. Но только вот это, что он на диктаторе Баленсиаку делает баланс. 5. Ну вот где балансирует, только за это балл. Балла 2 сделаю. 2 балла. Так, эффективность только в конструкции. Чё? Все заебись было у них. 10. Ты че вообще больной? Ноль. Ладно.
Ладно, 2-2-2. Жалко. Так, вот это выход за границы зоны, мне вообще как-то насрать, всем надо 10 стоять, потому что мы не знаем, какие там границы у них. Согласен. Монтаж? Эффекты ради эффектов. Все видео было приближение, когда у тебя трип какой-то, знаешь, и все течет перед глазами. Приближение, да, кстати, вот это. Именно один эффект на все видео, короче, нету, как сказать, только цветокоррекция есть. И лучи вот эти кривые, и все. Так, нам надо посмотреть, когда красное 10, это значит плохо, или 10 это хорошо? Эффектов настолько много, и здесь 10, то есть это плохо. То есть нам надо, наоборот, поменьше цифру, чтобы им лучше было, да? Так. Подожди, 10 это много эффектов, или что? 10 это плохо, 0 это хорошо. Красных. 10 ставь тогда. Ладно, еще другие не видел. Поставь семерочку. Ну да, и мы потом прошлое можем изменить, если запомним. Так. Ну, 5. Ну, вроде вот это все видео мне вообще не понравилось, что приближение. Типа, оригинальность подачи. Да, блядь, я миллиард... Оригинальность подачи 0. 0. 0, да. Я миллиард роликов таких же видел. Попадание музыка монтажа. Музыка. Музыка тоже ноль, не подходит вообще. По танке вообще постоянно стоит на месте, танк что-то мы смотрим, танк на месте стоит. А музыка такая хорошая, прям танцевать хочется. Что это, блядь? О, я поставлю 2. 0. Так, музыка подходит под тематику? Да нет. Тоже 2. А, стоп, подожди. А, ну тогда я сначала про вот это и подумал, ну типа подходит ли. Ну, ноль. Ну там монтаж, музыку тоже нарезается. Ну там не подходит все равно. Ну да, там тоже не подходит. Ничего не подходит. Она просто есть, чтобы была. Ну давай какая, чё, оценка? 0. Цветокоррекция? Цветокоррекция 3 за то, что она есть. Она какая-то еще, знаешь, тусклая... Тускло-теплое, что это такое? Фиолетово-тускло-теплое, что это? Ну это прям вот... Это лишнее, обычный, по-моему. Я бы просто оставил оригинальное, без эффектов нарезку. Просто кого-то ничего не трогал. Не-не-не, это светокоррекция лучше все равно. С любой светокоррекцией. Ну не такая. Ну даже с такой лучше, чем без. Мне с такой... Типа хоть что-то должно быть. Я бы лучше без светокоррекции посмотрел, чем с такой. Ну, три за... цветокоррекцию, за то, что она есть. Совокупное восприятие. 0. Ну, обычное видео, не знаю. Просто один раз посмотрел, и все, я 300. Ну. Так, Рей сегодня уничтожает просто. Ты хоть пожалел? Единицу поставил? Нормально, нормально. Единицу. Так, следующее видео. В Ютубе. А, все. Ну, тогда это сразу выпадает. Они проиграли. 0-0-0-0-0. Так можешь не заполнять, они все не проходят. Не, я заполню просто, чтобы видели. Не тупили. Ладно, понял. Блять, опять Ютуб. Ну, как будто даже нуля не достойно, ну ладно. Так. О. Так, монтаж уже получше, по-моему. Вот здесь все эта коррекция мне нравится. Монтаж хороший. Музыка более-менее подходит. Руки. Ну, вот это очень-очень похоже на с прошлого видео. Тут руки здесь похожи, он как-то склеен. Ну, только здесь он как-то чудом залетел. Чуть-чуть. Вот это уже получше. Это супер дефолт. Я не знаю, я так в соло залетаю на лунки. Так на глубы подсаживают. Да. Два человека. Видно урон. От первого лица. От первого лица. Похер. А за то, что от первого лица. Урон можно выключить на стройках. Да, ну насрать, если честно. За то, что от первого лица лайк. Не насрать. Вот за это реально оригинально. Так, вот это видео уже поинтереснее. Спектатор. Так, сложность трюков. Давай спектатор. А это спектатор не оценивается, вот серые ячейки только. Все, понял. Сложность трюков 5, 6.
Я бы не сказал, что они прям сложные. Мне кажется, даже я бы, я не знаю, с каким-нибудь циклопом, блядь, все бы сделал, нахуй. Оригинальный струкан. Я то же самое видел 100 раз. Смиренец. Да, Смиренец миночку поставил. Оригинальный струкан? 3. Я не знаю, я миллиард раз то же самое видел. Че, какая 3? Да. Эффективность. Да, то же самое, что оригинальность. Я не понимаю, что это такое сейчас. Эффективность трюков? Типа, насколько она... Насколько, можно насколько повторить надежно? Ее заново. Да, можно ее заново повторить. Насколько надежно. Да. Ну, а, по-моему, там все надежно и аккуратное было. 5. 8. Ладно, 6 поставлю. Даже 7 поставлю, да. Так, уж и... так, выход за границу зоны, это мы не оцениваем. А эффекты ради эффектов, да тут, по-моему, все прям хорошо. Эффекты ради эффектов 0, они не перебарщивают, да. Их хватает. Все отлично. Оригинальность подачи 0. Ладно, нет. Ну почему? 4. Вот такие чистые, 4. Хорошие, с хорошей музычкой, редко увидишь, и но это не... можно как за оригинальность. Но это не оригинально. Это оригинально, не оригинально, прям супер, практически, мне кажется, ничего невозможно сделать. Просто можно. За то, что наконец-то просто... вздумали сделать чисто. Вот, хотя бы за это. Ну, 4. Не, ну, чистые видео, они всегда хорошие, но они не оригинальные. Ну, да, они пустые. Но то, что они хорошие, это, не... это факт. 3. 4. Уже 4 верно. Попадание монтажа в музыку. 10. Неглухой монтажер. Музыка так. Подходит. 7. Да, подходит. Хотя не, что-то как-то побыстрее хотелось бы. Я тоже где-то 8-7 поставлю. Пусть 8 будет. Цветокоррекция. 9. Подожди, все оценили? Нет, цветокоррекция. А, цветокоррекция чистая, 7. Цветокоррекция хорошая, да. Какая, 7? Совокупность восприятия 8. Это реально хорошая. Я тоже 8 поставил. Так, а почему... А, ну тут 2, блядь. Тут 8, ну все нормально. Нет, подожди, там внизу самая первая совокупность сколько? 0. Поставил. Так, дальше смотрим. Requiem for Dream. Так, очень интересно. Да, да, да. С каких пор ты Гуглом начал пользоваться? Я никогда Яндексом не пользовался. Пользовался у меня Яндекс из кривик стоял когда-то, и все. Я просто помню, ты всю жизнь Оперой пользовался. Сколько я тебя знаю. Ты про Хром говоришь? Я просто с Оперы обратно на Хром вернулся. Я на Хроме до этого был. Мне одноклассники говорили про эту Оперу, я на нее сел, что-то просто лень ее было удалять и все. Так, смотрим. Поехали. Ноль. Такое дерьмо сделали. Наконец-то топовый монтаж. А почему шрифт этот военный, блядь, как его... Самый дефолтный военный шрифт тут что делает, я не понимаю. Ёб твою. Ой, у меня в глазах была яркость такая, ослепну сейчас. Это что? Мне вспоминается карта Ископателя Майн Жерла, блядь. Вот такая же музыка была торжественная. Ужас, как он эффект используется. Не будет тебе? Бля! Не потянул. Очень захотелось выключить. Давай. Вот зачем он первый сам составил? Еще крымский интернет все решил просто еще раз.
этого трека «Реквием по мечте» называется. У них команды «Реквием for Dream», а трек «Реквием по мечте» тоже, да. Как ты в какуте делаешь? Ой, как этом? В чем ты делаешь? В говёном этом монтаже телефоновском, блядь, иншот. Да-да-да, иншот. В иншоте у тебя абсолютно такие же. Поскрёбыш вот этот. Нет. Не, ну, честно, ну, видно то, что монтажер умеет монтировать, но он не умеет. У него композиции, я не знаю, он как будто угорал. Да-да-да, но он как будто... У него как будто бэд-трюк был просто, пока он это делал. Сложность трюков? Не знаю, я ничего не увидел. Сложных не было, но на Дюссельдорфе мне понравилось, как монтажер приблизил прям как будто реально в усилии. В асфальт он взлетел. На Дюссельдорфе он там балансировал тоже хорошо, так что пятерочку. Я опять поставлю, потому что... Ну везде у меня опять будет, потому что я не понимаю сложность. Там вот сложность из-за баланса. Я, кстати, здесь повыше, наверное, на 7. Подожди, что там оригинальность трюков? Ну... Да 5? Вроде не было ничего. 5. Что-то супер крутого не было. Там из-за монтажа сложно. Эффективность трюков, да все вроде стабильно было у них. Тоже 5. 5, тоже 5. Так, 10. Эффект ради эффектов, 10. Нет. Тут слишком много эффектов, интернет портил. Я чисто из-за того, что угорнул, мне понравилось, я поставлю 6. Это знаешь, как нарезку на мемы можно. Оригинальность подачи 10. Это реально. Да. Настолько смешно сделать. Попадание монтажа музыку 10 попадал. Музыка подходит по тематику 0. Хотя нет. Вот если был не ремикс, было бы... Хотя бы пятерочка, а так единичку. Цветокоррекция. Цветокоррекция. 4. Я не знаю. 0. Совокупность из третья. 0. 9. Ладно, 10, 10. Ставь 10, ставь. 0, ладно, 10. Это реально смешно смотреть. Это реально хорошее видео. Это вытащило тем, что он запоминается лучше всех пока что. Это просто хорошее чистое видео, но запомнится мне только это пока. Твою мать. Так, следующий. О, у них команда как песня Кен Карсона называется. Я не слушаю этого. Кен Карсона? Я надеюсь, нет. А трек Кен Карсона, надеюсь? Я надеюсь, нет. 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 Подожди, поехал. Что-то знакомое, ладно. Ну-ка, давай. А чё за цветокоррекция с северной темой? Я не знаю, как будто по трипам. Как будто понял оттенок на половину. Как будто здесь снизу один, а цветокоррекция, а сверху другой. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я не знаю, я на эффекте даже на трюк даже не смотрю. Он подправился, видел? Не считается. А первого лица? Ну иди. У них вот этот трюк на вот этой карте конкретно у всех одинаковый. Ты заметил, что карты и места для трюков одинаковые? Это вот этот выход за границы, ты раз понял? Так я знаю, это я знаю. Ну то, что трюки это для нас, тупых идиотов, сделали, которые что, было с чем сравнить. А то, знаешь, разные карты, мы бы сложнее как-то различали. Да-да-да. Для нас дебилы сделали. Это
кстати, как по мне, минус. Да, это проще оценить таким, как нам, но... Так сложно, это минус, сложнее проявить фантазию. Творчество-то где? В том, что ты делаешь где хочешь и как хочешь. А они ограничивают это. Зачем? Для более объективной так оценки? Тяжело оригинальность оценить. Да, а в чем смысл тогда вот этого творчества, если надо сделать все под эту более объективную вот оценку, прикинь, чтобы везде... Обесценили. Да. Прикинь, короче, я обесценил вот прошлое видео. Бедный монтажер. Да, да. Прикинь, да. Там бы еще трюки были просто зачетные. Тоже. Ну, ты видел фантомный видео? Чё тут? Чё тут? Это чё? Это запрещенный кадр. Минус. Чё, он просто по всем пройдёт. Тебя мы поняли, что ты нам показываешь это? А, всё. Ещё и подбит пропал, или что? Сложность трюков? Сложность трюков? Ну, по-моему, там с твинцами мне запомнилось на шоссе, где я подстрелил ему задницу. Я везде буду ставить 5. Я поставлю 6, наверное. Оригинальность трюков? А, на Рио, помнишь, там воспы стояли так, петушками наверх, смотри. Я не запомнил. Я запомнил только, где трюк везде одинаковый у всех видео. Че? Вот здесь, в начале, на Рио. Вот, петушками стояли везде, видел? А, не, они просто поправлялись. Я думал, на ходу сделают, понял? Ну ладно. Все равно, поприкольно, 6 поставлю. 2. А, подожди, это оригинальность. Я думал, это еще одна сложность. Эффективность? Эффективность. Ну там твинцами были выстрелы, типа не особо эффективно, как по мне. Не, на самом деле там уверенные трюки были, так что пятерочка. То есть там не супер рандом. Пятерочка. Выход за границу 10. Так, что там? Эффекты ради эффекта. Я слепой рыбий глаз, я не понял. И двойная цветокоррекция, по-моему, можно было самое простое сделать. Чистую, хорошую. 8. И все. Так, 8 я это, 8, то есть, наоборот, плохо. Ну да. Я поставлю 6. С прошлым не сравнится. Оригинальность подачи. Подожди, там-то хуже было. 4. Оригинальность подачи... 6, по-моему. Оригинальность подачи 6 у тебя. Да не знаю, 5. Попадал, ну, 10. Коррекции слепого глаза вот этого. 6. Попадание 10. Монтажа в музыку. Но то, что там ускорение, ну, вот это идет под барабан. Под кики вот эти. Да. Ну тут, в принципе, ну, это вообще легко. В принципе, это. Везде. Это, мне кажется, вообще легко заработать. Ну пусть 7 будет, насрать. Десяточка. Десяточка. Музыка подходит. Музыка подходит математику. Я бы сказал... Не знаю. Обычно неинтересно. 9. 9 десятых. Не-не-не, 0,9. А, 0,9. Так, давай единицу лучше, что тупить-то. Цвет коррекции. Да, 0. Можно было обычную сделать. Ладно, нет. За то, что оригинальное, 3. Совокупное восприятие. Ну, просто хорошее видео. 1. Так. Так. Маэстро и Диди. Ух ты. Ого. Вот, все камень.
у них команда не мстители называется. Сейчас почище сделают, у тебя еле слышно. Это что? Ты видишь? Так это ненормально. Что это? Так это во всех видео, по-другому никак. Я только сейчас заметил. Это что, это между это FPS же... кадрами увлажнение или что это? Да, но это в After Effects так делается. Это выглядит так, как лучше... говнище. Я вот обычно зритель лучше... смотрю, и это выглядит как говнище. Лучше через другую штуку накладывать блюр. А они просто замедляют, и вот такой блюр поэтому происходит. Это из-за заведения, там же кадров не хватает. Ну я понял, да. Ну, я раньше этого не заметил, а здесь это прям очень заметно. Прям дорога перед твоими глазами здесь меняется резко. Не знаю, будет ли это или нет, скорее всего. Чё, конец? А трюки-то будут? И в конце просто дата и когда они будут в кинотеатрах. Реально добавили бы, кстати. Вообще не динамичное видео. Очень медленно. Я прям жду, когда что-то произойдет. Они стоят, стоят. Это оригинально. Да, все, оригинальность сразу 8. Все, это пока лучшее видео. Даже несмотря на медленно вот эту всю хуйню. Сложность трюков? Не знаю, ну пусть 7 будет. В некоторые моменты я там не повторил бы никак. Особенно с Изиды в конце. Сложно. 3, 5, 4. Оригинальность трюков? 8. Оригинальность 7. Эффективность конструкции? 6, наверное. 5. Так, эффекты ради эффектов. 0-0-0. Вот крылья я не понял. Зачем? Мало эффект. 3 это, то есть наоборот, ближе к хорошо, а тут единичка хорошо. Ты чё стоишь? 2. Хватало эффекта. Оригинальность 10. Оригинальность подачи 9. Попадание монтажа в музыку. Музыка прямо... Вот что-то ждёшь. Музыка слишком скучная. За то, что музыка скучная. Ну, попадал по факту. Да, просто киношный чойр обычно с этими притартываниями, барабанами и все. Не знаю. 8. Просто за то, что музыка слишком скучная. Попадание монтажа в музыку 7. А музыка подходит под тематику уже 5. По тематику танков? Да, в принципе, вот смотришь паркурное видео про танки, и вот ты с этой музыкой хочешь смотреть его или нет? 0-0-0-0-0. Прям 0? Ну ладно. Цветокоррекция. Цветокоррекции вообще нет. Почему? Ну, видишь, голубовато холодно. Ну, не знаю, пусть 4 будет. Просто обычное. Чё стоишь?
Два. Нет, цветокоррекция тоже. Совокупное восприятие. Ну, это видео я бы пересмотрел, как и «Реквием по мечте». Ставлю 7. Это смотри, блин. Даже 8. Не, 7. Да, если ты сравнил. Принизил «Реквием». Нет, я не принизил. Наоборот, «Реквием» — это пока единственное, которое я хотел бы пересмотреть. Ну, значит... Это второе место. После него. Это 6 поставлено, но я бы не хотел прям смотреть. Так, Old Players. Уже название интересует. Да, там, наверное, какой-нибудь... Этот самый будет. Как его? Тот самый. Чего? Ты видел меня? Это гениально. Это молот. Так, кто до этого момента досмотрел? Возможно, были трюки и сложнее, или похожие по сложности. Но мы, как не шарящие, вот только сейчас заметили реально сложный трюк. Я бы это в жизни не повторил. Да. Ты видишь? У них все трюки на ходу типа делаются. Да, кстати. Типа он закинул, да. Он закинул и сразу на дом. И минок нету, я только сейчас заметил. Это топ-1 пока что, по крайней мере по технике. Блять, я сделал потише, все равно еле-еле тебя слушаю. Так, давай. Ну, единственное, что тут говно, это название команды, по-моему. Да. Сложность трюков? Сложность трюков 10. Да. Мы как позеры какие-то не шарящие, сразу 10 ставим. Да. Понял, легкое, но выглядит эффектно. Оригинальность трюков 9. 10. Эффективность трюков... Эффективность, не эффектность, а эффективность. То есть, насколько стабильно, насколько можно раз повторить ее заново. Троечка. Мне кажется, да, это супер. Мне кажется, ну хотя, может... Ну это же видео как туториал для, типа, всех игроков. Насколько игроки могут повторить то, что они показали? Мне кажется, это никто не повторит. Я даже 2 поставлю. Это очень, очень слабо, да-да-да. 3-3-3. Хотя, подожди, это то есть, получается, если здесь высокая оценка, здесь всегда низкая, что ли, или как? То есть, если чем сложнее, тем... А ну посмотри оригинальную таблицу, как у них. Давай посмотрим. Где сложность трюков высокая, надо посмотреть. 4-4, 2-4, 4-3-8. А эффективность конструк? Чё? Мы идиоты, получается? Это Хайра оценивал. Подожди, а другие как оценивают? 7. У них 7, примерно 6, одинаковая 6. Оценка, понял? А как они? Они, может, не читают, что они оценивают? Так, может, у нас эффективность конструкции, мы что-то другое думали про это? Может, это имеется в виду, что... Да. Типа, насколько аккуратно друг на друге танки стояли, или что, я не понимаю. Не знаю. Давай уже как мы ставили, так ставить. Давай, короче, так же продолжим. Но я бы это в жизни не повторил, я 2 ставлю. 3. Пусть у нас эффективность конструкции, это значит, повторим мы это или нет. 3. Так, дальше. Что там, эффекты ради эффектов? Да нет. 0. Идеально все. 0, да.
Даже докопаться не к чему. Оригинальность подач? 8. Ну, кроме технической части. Ну, хотя это тоже оригинально же. Попадание музыку 10, 100%. Музыку я такую не особо люблю. Но она, в принципе, попала под эпичность этого видео. Музыка 10. Вот это реально та музыка, которую я ожидал больше. Такой тип музыки. А танковые видео, особенно вот это 15-е года, как бы, мне кажется, идеально. Да. Хотя, если судить по нынешнему времени, я поставил здесь 8. Ну, у них холдплеер с команды, так что все справедливо. Ладно. Цветокоррекция. Цветокоррекция 10 тоже хорошая. Подожди. Где-то мне что-то не понравилось, по-моему. Где-то слишком тепло было. Ладно, все нормально. Заказ вообще не менялось. Нормально. Цветокоррекция. Совокупное восприятие, эпичное видео, которое чисто из-за техники выполнения трюков хочется пересматривать. Я ставлю 9. 10. Я бы пересмотрел раз 10 это. Да. Можешь поставить видео на паузу, мне отойти надо? Давай. А как на паузу ставить? Ладно, просто 2 видео будет. Так, продолжаем. Следующая команда у нас. Playing the best. Поехали. Да, сейчас вот это вот закрою, поганое. А, оно уже закрыто. Блядь, голубые светлячки. Ух ты. Видео посыпалось. Посыпалось. С этой коррекцией вообще не видно. По-моему, прям... ее вообще нету. Только насыщенность добавили. Чуть-чуть. Да. Ну, вообще не старался опытно видеть. Для тех, кто типа есть. Ну прям. Это просто удары по экрану, я не знаю, балаклавой. Ой, балаклавой. Барабаном. Да но. Музыка, кстати, говно. Мне не нравится. Да, не подходит. Она даже если подходила под ритм игры, она все равно говно. Мне не нравится такая музыка. Да. Ну, что я жду? Что вот здесь? А, вот и резкий конец максимально. Максимально резкий конец. Музыка при этом не убавляется как-то. Все. Конец сказки. Ну, очень так. Слабо. Да. Это даже не топ, блядь. Есть там по очкам, конечно. Трюки такие вообще дефолтные были. По-моему, даже я там все могу повторить. Я не увидел ничего сложного. Оригинальность трюков. 3. Вроде ничего не было оригинального. Да. Эффективность трюков. Ну, это легко выполняется. Да. Бля, тогда уже... это просто противовес получается у нас. Ну ладно, получи уже. 7. Тоже, да. Эффекты ради эффектов. А тут единственный эффект был, это удар барабаном по экрану, но... блядь, молотком. 0-0-0. Тут их. Это как бы 0 как бы плохо, но как бы хорошо одновременно. А тебя нет. Тогда пятерочка. Тут эффектов ради эффектов нету. Подожди. Тут красные выделенные эффекты ради эффектов. Тут не было такого. Тут просто тогда эффекты, они к месту, удар по экрану, лишнего уже не было, ничего. Тогда 0-0-0. Оригинальность подачи 0. Я ничего оригинального особо не увидел. 0-0-0. Давай, в крайность я уже не буду переходить. Так, попадание монтажа в музыку. Не попадал. Очень медленно, и знаешь, как ты кого-то ждешь чего-то постоянно долго. Музыка, опять же, очень влияет. Ноль? Или двоечка. Что у тебя там? Двоечка.
Музыка подходит по тематике. Музыка подходит. Ноль. Цвет коррекции ее нету. Только насыщенность чуть добавили. Ну, в принципе, выглядит приятненько. Просто двоечку. Ноль, да? Один. Один. У нас же цветокоррекция это не цель того, что надо ее сделать, а как выглядит картинка. То, что она хорошая. То, что она хорошая. То, что она хорошая. Один. Она выглядит. Блять, не знаю, на 2 выглядит из 10, нахуй. Совокупное восприятие. Ну, бля, я это пересматривать не буду. 3. Если сравнивать очень, с другими. Очень слабое видео. Кстати, мне интересно, сколько там у них оно заработало. Смотрим. Результаты. Playing the best. Чего? Третье место. Это либо там, либо дальше. Первое место какое? Ну это очевидно, в принципе, да. Так, дальше. Ну, в принципе, заслуженное первое место. Моб фриви. Так, куст. Right. Это что? Что это? Спектатор. Вот если можно было спектатор поставить, можно бы поставить. Идея, начало прикольно. Подожди, это фурчанки или что это? У них даже логотип свой есть. Это фурчанки или кто это? Не-не-не-не, похоже. Или у всех на логотипе просто воспогром? Наверное. Музыка кого-то скучная какая-то. Как вот то видео, которое мы купили. Да-да-да-да. Какие-то разыгранники дали, а? Чувствуется, да, сила вот эта? Да. Что это было? Тоже, такое же видео, как было. Мама, я себя потише. Сука. На Хантере забрался, кстати, нормально. Нет, просто другого полегче не было, ничего в городе. Еле залетел. Это у всех один альбом начинается. Уже третий, наверное. Вот это неплохо. Что в минусе? За то, что в минусе лайк. Это вот как Меренис бы залетал. Да-да-да, ничего не делал, просто ждал. Вот здесь тоже неплохо. Фейл студия, видимо, добавили вот это. Эквалайзер, когда частоту убирает. Либо это в треке. Сложность трех. Ну, 6. 6. В минусе трюк вот этот топчик. Оригинальный смысл в минусе. Мне понравилось. 7. 3. Эффективность трюков? Да, в принципе, все эффективно было. 7. Так, эффекты ради эффектов. Ну, вначале сейчас вот это... Как она? Серая вот эта херня. Блять, виниловая. Или да, не виниловая. Это старая камера, лишняя, короче, нет. Это лишнее было. Эффекты ради эффектов. Ну и вначале ну, вот трочь. Это перед логотипом, там неожиданно скример в виде вот этого столба появился. Боже, ну это да, не... Ну, вот если бы начали сразу с логотипа, было бы хорошо. Да, короче, 4. Троечка. Не настолько критично все это. Оригинальность подачи. Ноль, потому что уже был такой. Ну, логотип хотя, хотя бы, логотип. Надо? Ладно, за логотип 4. Попадание монтажа. Да, ну просто в эти удары кики делал, склейки типа и все. Да. Или ускорение камеры вот эти каждый под каждый кик. Ну, просто нормально. Не знаю. Тоже 5. Так, музыка подходит под тематику. Очень медленно ждешь чего-то постоянно. Да.
Нет. Ноль. Цветокоррекция. Да вроде нормально. По-моему, я там не было как будто. А, не, была. Она была. Получше, ну, чем да, прям... в прошлой работе. Она прям минимальная была. Ну, троечку. Совокупное восприятие. Ну, мне понравился логотип, мне понравилось то, что в минусе запаркурило, то, что... Там еще один момент был прикольный, я только что его забыл уже. На Хантриум забрался один раз. Неплохо. Ну, короче, поставлю 5. 4. Так, дальше. Армянская семья. Семья. Ты сразу доплыл руки. Но... А почему шрифт опять упоротый? Текстура такая, знаешь, мыльная. Да. Прям мыло. Они ее растянули. Сверху, зачем? Сверху видишь? Что, вот это? А. Не. Это у меня, это не у них. А, все. А это не... Может, перезагрузить надо? Сейчас быстро. Подожди, точно у них? Ой, у тебя. По-моему, у них. Это у них. Как можно так обосраться? Да, ты, кажется, не у них, другое видео. Сотник удобства. Таймер сна, загрузка. Армянская семья. А, реально у них что? Да, так в других видео это не было, я бы заметил. Ой, как плохо замедление, прям каждый кадр видно. Так, нас готовят. Спектатор очень плохо издалека где-то находится. Здесь неплохо трюк сделал, мне нравится. Мы полностью допустим. Ты куда он попал? Открой, зайди на свой канал. И вот открой какое-то любое видео, вот самое. Да не хочу я прямо сейчас открывать. Да я понял, про чё ты. Вот это вот видел оранжевый, что это? Не, до этого, вот здесь, что? Да. Что? Да. Здесь же трик. А, вот это? А я, видимо, моргнул этот момент. Смотри, куда он попадет громом. Ты видел, куда он попал? А? Алло. Ты видел, куда он попал? Ну, это рандом. Вот чисто за это можно лайк поставить уже. А, на белый экран просто. Это стрелка все равно. Эффектно. Да, это ни на что не влияет, но это охеренно выглядит, куда он попал. Ну да. Отдача грома. Ух. Один подписчик, кстати. Ну, больше чего просто. Ух ты, как приземлился. На попу. Минус. Вот эти эффекты я не могу надеть. Что ты у тебя? Я тебе говорю, один в один. Я тут специально тупыми делаю, а они-то зачем? Вот эти волки. В него волток кто-то написал. Позор. Еле-еле заметил. Не, ну видно, что армяне делали. Без негатива. Ну я бы это пересмотрел, это смешно. Да. Так, сложность трюков. Ну, было что-то такое сложненькое. Там в минусе вот это все дело. Там же еще они без задачи огнемет отправляли. Приза. Вот это все дело. А, сложность трюков. Ну, 5. Так, оригинальность трюков, ну было оригинальное, 7 поставлю. 5. Так, эффективность. Да, нормально все. 5. Так, эффекты ради эффекта. 10. Не, ладно. 7, там не прям все плохо. Оригинальность подачи 10. 10.
Ладно, я тоже 9. Попадание монтажа в музыку. Не, ну это хуже, чем Реквием 9. Попадание монтажа в музыку. Попадание монтажа. Честно сказать, попадание монтажа в музыку. Ну, нет. Они там просто рандомно появлялись. Они реально иногда не в ритм бывают, типа... Подожди, что я 8 поставил? Так 4. Они максимально рандомно попадались. 0. Ну ладно, 0. Я 4 поставлю часы. Музыка подходит? Для баланса. Я, если честно, музыку вообще не слушал. Ну, по-моему, там вообще не подходил. 1. Да. Цветокоррекция. Цветокоррекция, по-моему, ее почти не было. 2. Ну, выглядело типа просто. Ну, так себе. Совокупность восприятия. Ну, 8. 9. Я поставлю 10. Ты 9 поставил? 6. У них больше, чем у прошлых. Не, ну заслуженно. Заслуженно. Они же на эмоции. Подожди, это, видимо, у меня все-таки. Ну, мы это не оцениваем. Ну мы это не оценивали все равно, да. Да. Нормально. Вот, кто до этого момента досмотрел и не согласен с нами. Мы испытали больше эмоций от этого видео, и трюки там были тоже интересные. Эмоции больше, да, чем от прошлого видео. Поэтому восприятие, очевидно, будет больше. Неважно, мне кажется, смешное надо добавлять... оно, тупое оно. Эмоции больше все равно. Мне кажется, надо добавлять еще. Надо было добавить еще одну строчку, типа вот эмоции. Мемность. Ну, вот это... Не мемность, а вот просто, ну, насколько сильно эмоции вызывает видео. Так восприятие это же есть эмоции. Ну, восприятие это просто вот смотрибельно. Ну, восприятие это как будто просто смотрибельно это или нет. А, смотрибельно или нет? Ну, у нас это эмоции смотрибельно сразу. Я бы пересмотрел. Ну, пусть... ну вообще. Да, я бы тоже пересмотрел. Обязательно. За музыку сразу дизлайк, потому что на русском я ненавижу русские песни. Да. Дело не в русском языке, а в том, что я понимаю текст, и мне становится противно. Субтитры. Это, походу, самое худшее видео будет, мне кажется. Еще только начало. Оно тебя растянуто, ты это заметил? Как будто. Типа. Еще ничего не произошло уже в 6 секунд, типа. Проще, чем прощай, это проще, блядь, чем простите, три слова меня. Так он сматерился, это, кстати, дизлайк. Эффекты ради эффектов 10, что-то. Да, да. Все, каша. Кому-то я сделал. Все. Не, у тебя было бы как. Вот как у них и плюс прошлый. Не, тут прям перебор. Тут трюки не видно даже. И тут эффекты, которые даже не знаешь, они и каши создают, и ты их не хочешь смотреть. Есть эффекты, которые типа красиво выглядят и так далее. Здесь красиво было только то, что под... Блядь, что это? Только где под воспом вот этот пукан не угорел, блин. Ну только мне это понравилось. Вот это черные полоски вылазят кинематографично. Вот это прикольно. Ну, по факту эти все русские песни убирают, потому что у всех инструментал похожий очень. Именно вот в танках видео всегда похожие русские песни убирают. Инструментал сзади какой у них? Блять, что это? Да, я на паузу нажал, здесь ничего нет. Еще и 3 секунды или сколько? 4 мы смотрим в никуда. Черный экран. Ну, это не сильно. Сложность трюков я ничего сложного не увидел. Нам тем более показывали только один вас в воздухе, как он там летает. Парень. Да. 3? Ты же не видно. Оригинальность трюков... Три. Эффективность трюков, да вроде все нормально было. Тоже. 5. Сейчас приду, подожди. Эффекты ради эффектов. Ладно, ждем Корея, я пока буду СМР делать и скучно.
А, у меня же микрофон здесь ужасный. Блин. Ну ладно. Мне заплыло с телефона снимать. Это как его, не снимать и записывать голос. Поэтому терпите. Так, пока порисую. Что у меня телега работает? Так, эффекты ради эффектов. 10. 8. Оригинальность подачи. Оригинальность. 8. Твою мать. Это оригинально, но не в хорошей подаче. Попадание монтажа в музыку. Не, почему 7-то, блядь? 5 нахуй. Попадание монтажа в музыку. Да хорошо попадал. Алло. Попадание монтажа в музыку, ну... Попадал, 8, 9. Музыка подходит к тематику. Музыка подходит. 1. Не, ну чисто, если бы не было русских слов, я поставил 4. Пусть 3 будет. Цветокоррекция. Не знаю. 4. Блять, у меня и знаешь, что ли, про алгоритм? Ты 4 сказал? У меня и нет. Так затупил просто. Совокупность восприятия. Ты ставь, я 0 говорю. Я бы это не смотрел. Давай следующий. Алло. Ты что пролагал? Я просто говорю 0, и следующий кадр, как ты уже все поставил. Блять, лего-то откроется. Если она не откроется, это будет скип. Я даю шанс 10 секунд. Раз. У тебя зеленый кружок на секунду раньше пропадает. 7, 8, 9. Короче, 10. Без шансов. Ну ладно, перезагрузку сделал, мало ли. Команда как называется? Как можно было на мегу залить? Долбоёбы. Просто вычеркни их из списка, Да они там в самом конце будут вычеркнуты, нахуй. Так, YouTube. Не, ну кем надо быть, Сколько? Включаю. Подожди. А, у них спектатора нет, там галочки же не было. И чё, что спектатор не называется? Первая опция прио. Давай.
Разрешение кончика заменяет. Еле-еле насыплю. Он еще в чате написал ГГ. Чат открыл, чат открыл. Че он там? Непонятно, не успел написать. Он их матом покрывал. А, нет, не на портфель. Не, ну музыка просто имба есть. Сразу. Блядь, чё она на правду ставится? Это видео просто имбище. Да, смотри, как его вертит. Ну что это за приближение? Интернет на паузу ставит. Это не интернет, это наушники у меня на паузу стоят, не знаю. Давай я буду видео стримить, у тебя слишком лагает. Так у меня это не лагает на записи. Давай оценивай. А, ну хотя он другой. 10, все, 10 ставь. Не, давай нормально. Сложность трюков, ну, 7. Сложность трюков 5. Не, ну там было такое немножко. Хотя не, я 7 ставил там, где было сложнее, так что 6. Оригинальность трюков? Да вроде не было. 4. Лёх, можешь в чат зайти срочно? Ты уверен? Там гифка важна. Блядь! Очень важна гифка. Зайди, зайди. Нормально. Это же было у меня, картинка обосранный пол, блядь. Оригинальность трюков, давай. Оригинальность трюков 5. Там не супер крутой был. Эффективность трюков. Не, ну выглядело с первого лица эффектно. А, не эффектная, эффективность. Эффективность. Так, а что там у нас? Эффект ради эффектов. Ноль. Все идеально подходило. Ладно, троечку. Немножко. А что тебя не устроило? Удачи, 10-10. Попадание музыки. Я обожаю музыку 10. Музыка подходит по тематику 10. Я это серьезно ставлю. Ну ладно, где ты не попадали. Полагаю. Алло. 10, это коррекция 10. Это коррекция 10. За что ты 9 поставил, где он не попал в музыку? А цветокоррекция тебя чем не устраивает? Там немножко не попадал у него. Вот эти приближения были тупые. Они не попадали, ладно. Чуть-чуть, ладно, 8 даже. А цветокоррекция тебя чем не устроила? Ну, они мне флешку подкидывали белым экраном. Ладно, это не а, то. А, ну у меня просто лагало, у меня, походу, этот катер не прогрузился. Пропал этот катер. Реально 10 ставишь? Ну, честно, 5. А до этого, честно? Честно, серьезно. Совокупное восприятие. Совокупное восприятие 11 просто. Нельзя 11, там формула вроде не сработает. Здесь. А, ладно. А, не, она сработает, но я не буду все равно ставить 11. Результат 10,5. Подожди. Это самое лучшее. А, я уж думал. Нормально. Так, дальше. О, так мы это предпоследнее. Ну хорошо, быстренько так прошли. Так. Смотри. Это просто кошмар. Сразу же. Я даже поясню почему. Открываем Final Studio. Да, он. Нахера ты был в студии открыт? Бля, где этот снэйр, ёбаный? Сейчас, подожди. Во. Я ненавижу этот снэйр. Этот снэйр ужасный, бля. Ты не музыку оцениваешь, а видео. Вот слышишь этот ужасный снэйр? Я его просто музыка. Это просто кошмар, сразу же. Ну, включи. Это просто ужас. Ну это музыка вот, ну, типа, а, это, кстати... стиля вот Clowns Casino, если честно. Чё? Нет, это не Clowns Casino вообще.
Ну, сэм, тип сэмплов такой похожий. Да, это... Не клам скизину, но я очень похожую, я очень похожую песню. Я помню. Ты видишь всю эту коррекцию, кстати? Это просто кошмар. Всю эту коррекцию тесно подходит под музыку. Под музыку, да, но мне она не нравится. Не, мне нравится эта коррекция. Ну, мне, правда, не устраивается, не устраивает FPS, это, типа, один FPS, типа, один кадр в несколько секунд. Они еще контрастность убавили, тут глубокого черного цвета нигде нету. И еще конец резкий. Музыка дерьмище. Музыка где-то на 3 из 10. Алло, ты тут? Ёб твою мать. Так, подождите-ка, ну-ка. Запись продолжается, нет, установился. Нет, это реально хорошее видео. А вот транспорт спокойный. Мне тут контрастность и корректность, и цветокорректность не очень нравится. На 4 на 3. Но она немножко, немножко яркая, яркая. Да, да, да. И советую дизлайкать. Где именно? Во! Вот это он, ровно. Это ужас просто. Хорошо. Так. Хипа. Так. Сложность трюков. Да вроде не было ничего. Хотя не 6, там один все-таки хороший был. Оригинальность трюков. Оригинальность трюков 6 тоже. Эффективность трюков. 6. Эффект ради эффектов. Да нет. Один. Один, потому что там я один, ну, чуть-чуть ярковато. Некоторые эффекты. Слишком. Так это цветокоррекция. Так, ну, эффект этого мерцания. То, что типа слишком яркий он, слишком сильный. Ну я это в цветокоррекцию убавлю. Ну хотя это проблема именно с как бы силой эффекта, а не то, что он есть. Ладно, все равно один. Оригинальность подачи 5-6-6. Обычное спокойное видео. Ну таких мало. Да. Подание монтажа в музыку хорошо. 10. Музыка говно. 8. Цветокоррекция. Цветокоррекция хорошая. Просто чуть-чуть ярковатая. И все. Поэтому 8. Совокупное восприятие. Хорошее. 9. Нет, я даже так, наверное. Я бы пересматривал. И все. Так, последнее. У нас идет самая засранная вроде работа. Хотя я все не смотрел. Но там что-то красное прям такое есть у них в таблице. Так, ну клиент залил 4К, видимо. Поэтому меня грузить будет миллиард лет, да? Да, клиент вообще красавчик. Ай. Давай, запискай. А меня не грузит 4К. Так, клиент красавчик, у Лёхи же потянет это видео. Ну да. Давай ты демку запускай. Тебе документ этот скинуть? Алло. Блять, я опять инет, что ли? Че делать? Алло, ты тут? Так она на ютубе же есть вроде, не? Я не помню, давай я тебе скину документы, мне по демке покажешь. Блять, пиздец, что с инетом? Сейчас, короче, запись на паузу, запись пошла. Так, продолжаем.
Нормально видно? Стой, 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 заново, погромче хочу. Давай. Все, визуально это топ-1 видео сразу же. Уже. Тут прям очень много работы. Музыка, музыка очень хорошо. Музыка очень хорошо. Так, подготовка к трюкам идет до сих пор. Но она не супер долго. Хотя нет. Вот тут прям ожидалось сначала. Да, почему? Вот что? Ждем до сих пор, когда трюк выполнится. Где? По-моему, у всех так 30 секунд, типа. Вот это топ. Охеренно. Блять, у меня зависло. На паузу. Назад. Да ёб... Да, отсюда всё. Last place. Чё? Ну, музыка прям хорошая. И эффекты вот это тоже. Ну вот это непонятно зачем ставить. Да, это лишнее. Трюков выполнено мало. Вот это вот. Вот это прикольно. Тупой даже башню не поворачивал. Мне понравилось. Так, теперь я демку включаю. Я не могу выключить демку. Так, там кнопка пропала, там надо заходить именно. Да, я понял. Так. Наша таблица. Team Sandwich, давай. Сложность трюков, да, по-моему, не было сложных. Сложность трюков. Да, шестерочка. Оригинальность трюков. Оригинальность, так. Так, ну, по-моему, так. Там только на карте мосты было. Где два танчика поднимает вас. А, не, это на новелле, вас по Изиду. Где она еще тупая, башню не поворачивала. Ну, шестерку. Шестерку. Эффективность шестерку. Рука в конструкции. Шесть, наверное. Ну да. Так, выход за границы. Эффекты ради эффектов. Эффекты ради эффектов. Они тут, их много, но они подходят. Поэтому много. И я вспоминаю, что там лишнее это было. По-моему, там... Да, в принципе, не было. Я хочу пересмотреть. Но они прям передают музыку. Ладно, поставлю один, потому что там вначале мне затемнение не особо понравилось. Оригинальность 10. Подачи 10. Попадание монтажа в музыку. 10. Побыстрее монтаж бы хотелось где-то. Быстрее. Не, там все динамично было вообще. Я хочу, чтобы быстрее кадры еще менялись в некоторых моментах. Особенно, когда, знаешь, начался дроп, и Изида, вот мы смотрим, как она просто стоит на танке, едет, начинает медленно, долго. Но там надо было больше переменчивости кадров сделать, как-то с разных ракурсов, я не знаю. А, да, подожди, а как он с разных ракурсов заснимет, если спектатор только один раз снимает? Да. Ладно, пусть 8 будет все равно. Музыка подходит по тематику, 10. Музыка охеренная. 10. Цветокоррекции. 10. Слишком холодно. Мне кажется, насыщенности не хватало. И чуть меньше холода убрать. Ну, как-то. Но оно, опять же, под музыку подходило. Совокупное восприятие. 9. 9. Так. Теперь смотрим сюда.
Блин. Так. Чё? А чё не так? А чё случилось? Ладно. 11:41:666 11:41:666 Тим Сэндвич. 41:66 Что там у нас дальше? 9:66 Это гипопотамы. Угу. 10:58:3 Это у нас инвея. Что-то там. Сколько там было? 10:85 583. Блять. А, подожди, у меня здесь числа огромные. Ну ладно, потом поправлю. 283. Правило смерти. Нормально. Да, все правильно. Так, что там дальше? Армяне, шестерки. Нихера себе, не охренели. Free Wings Team. Где это? Второй. А я забыл. 6583. 6583. Пробелку с шестерки. 3083. Flying the best. Old Players 13666. Где они? Топ-1, походу. 13666. Да, это топ-1. 8666. Это Afraid. Четыре, пять, Overseas. Чего Requiem for Dream так мало? 6.75. Requiem for Dream. Не помню, нормально. Ну ладно. 6.75 Requiem. Бля, я как идиот, конечно, тут цифры пишу, ну ладно. 8.5.83 АПТ. Два, четыре, 16. Блять, а какая команда? Экьювал. 2-4-16. Так. Вот эти удаляй просто. Наверное. Так, теперь надо сортировать по очкам. Это как делается? Блять, я забыл, как делать сортировку. А, вот, создать фильтр по очкам. Надо я. Нет, не так. По значению? Да, по значению. Фильтровать по значению. Ничего она не сфильтрует. Ну, фильтровать по значению. Ну и чё она не хочет? Походу я дебил. А она походу не... Она типа по первой цифре фильтрует, ты видишь? Хорошо, сделаем так. Так что-то изменится. Нет, ты не понял. Она по первой цифре фильтрует, ты видишь? То, что начинают соединиться, а не сами вверху. Блять, а как фильтр тогда сделать? Чё, он не работает? Знаю, вручную. Создать фильтр. Даже вручную легче сделать. Ладно.
Идиоты были вручную. Тим Сэндвич, второе место, чё? Я думал, они третье. Ну там трюки просто закерили. Закерили. Блять! А я думал, я всё сломал. Так. Ну здесь оно фильтруется в обратную сторону. Что-то мы как-то через жопу все равно все сделали. Так, что выводы надо сделать? Подожди, я кого-то забыл. А, не, никого не забыл. Так, это топ-3 у нас. Так, выводы как, блять. Спалил почту. Выводы какие у нас? Не знаю. Ну что, там трюки, самые топовые трюки, реально. Мы не оценивали выход за границы зоны, потому что это, во-первых, тупизм. Ну, короче, мы просто убрали этот параметр, и все. Ну, заступили немножко, ну и насрать. Карта та же примерно. Куда забраться? Ну, тоже, блядь. Он вообще поебать. Дальше, что? У нас эффективность трюков подразумевается, насколько... Мы сами, вот нубики, сможем посмотреть этот туториал, условно говоря, под музыку, и повторить этот трюк. И оценка того, насколько, типа, вот, насколько стабильная эта вообще конструкция, можем это повторить. Даже бывают сложные трюки, но они стабильные, а бывают сложные, но они вообще не стабильные. То есть, например, команда Old Players, у них вообще нестабильные трюки, потому что они на ходу делали слишком оперативно. Я бы... По их туториалам бы не смог так сделать. Это просто на реакции на интернете делается. У кого как пролагает. Дальше у нас что было? Ну, остальное все то же самое. Вот наш лист. Old Players, очевидно, первое место. Они вытащили за технику, но монтаж у них просто аккуратный, чистый, хороший. Приятно смотреть. Team Sandwich вывез за счет визуала. Охеренно выглядит видео, хочется пересматривать. Но трюки обычные, несложные, типа. Просто заполнение. Там что у нас было? Ты тут вообще? Да-да-да. Так, тут у нас что было? Эффективность подачи. Я уже забыл, что это. А, это самое охеренное видео, которое... Третье место. Третье место. Не, ну они заслужили. Я это и хотел бы пересмотреть. И такие же нубы, как они, будут пересматривать. Типа их видео по туториалу. От первого лица все видно четко. От первого лица это более наглядный пример. Да. Выглядит охеренно. Хочется пересматривать. Эмоции огромные получилось видео. Мне понравилось. Реквием по мечте, оно на самом деле где-то здесь тоже заслуживает место. Четвертое, пятое. Но что-то... По баллам не прошло. Они на самом деле примерно одинаковые. Но реквием по мечте, оно плохое, а того и хорошее. А здесь и плохо где-то, и хорошо. И вот это плохо, оно тоже как хорошо действует. Короче, вдвойне хорошо. А остальные просто неплохо, среднячки и так далее. Давай самый худший результат посмотрим. Два последних самых худших. Правила смерти и экивал какой-то. Так, правила смерти. А, ну я, кажется, понял, что это. Смотреть можно не смотреть. Экивал. Где они? Экивал. Вот они. Это, по-моему, вообще последнее место, да? А, это это первое видео, которое мы оценили. Это самое последнее.
самом деле, я бы пересмотрел, потому что ты что-то жестко здесь нули ставил. Надо как будто пересмотреть, но в то же время насрать, потому что он до топ-3 точно не дойдет. Короче, здесь насрать, главное, что топ-3 вот эти команды. Это прям 100%. И на вот третье место это что? Что за видео? Третье место? Это да, первого лица какой-то. Монтаж. Без спектатора. Нет, от первого лица. От первого лица это армянская семья. Или там был фрагмент? Inevitable, подожди. Нет, ты перепутал, все правильно. Inevitable, сейчас открою, чтобы вспомнил. Где они? Вот. Ну, грузись, давай. Ну, видно, что там интерфейс танков, вон, видишь? С интерфейсом звонки кристаллов. Два видео таких было? Нет, одно видео, у тебя просто деменция уже. А, так это видео. Да, третье место. Я думал, армянское видео это было от первого лица, я перепутал. Армянское видео это где эффекты иншот. Ну они-то заняли, кстати, не последнее место, вот среднее, хорошее. Ближе к концу мы все равно. Не, ну реально заслуженно. Я вот серьезно говорю, я за свои оценки полностью вручаюсь. Это оригинально. Самое главное у нас было, это техника исполнения, что и здесь есть. Это монтаж, что в максимум выражено здесь. И эмоции, это максимум выражено здесь. Хотя вот это место, оно тоже где-то здесь заслужит, но как-то не прошло по баллу. Короче, меня устраивают оценки. Просто здесь можно где-то что-то поменять, пересмотреть. Потому что мы под конец более лояльны, по-моему, были все равно, чем в начале. Но даже если пересматривать оценки, они точно топ-3 не займут. Это 100%. Максимум реквием помещил здесь, может быть, где-то. А вот эта команда, ну куда-нибудь сюда. Все. Так, ну конец видео, я отмечу таймингом, где оценки начинаются и так далее. А, и таймингом отмечу каждое видео еще. Все, давай, заканчиваю. Всем пока. Че у меня мышка сама по себе двигается?